Итак, дамы и господа, по завершении этого потрясающего рейтинга мы даемся судейской записке. Ladies and gentlemen, after the end of this big fight, we go to the judges' scorecards. Все пятеро судей одинаково оценили поединок. 29-28. Ваниле, ваш поединок с Бехрузом, как минимум это триллер в Москве. Ребята, спасибо вам за такой бой. Зрители в восторге, зрители досматривали стоя. Как сам вот сейчас, вот, не то что по горячему, вот по этому кипятку, по этим следам, как оценишь свой поединок? Доволен? Честно, нет. Вначале что-то хапало. Я, честно, даже не понял, что я пропустил. А вот игру с тренером Маниле, там вначале музыка, его, видимо, обрезали. Там была брайтовская ставка, а потом только вот этот трек пошел. На твой выход? Да, и я в старом стиле духа Прайда, решил выйти в этот раз. Ну и подрался ты тоже в духе Прайда. Ну да, я еще такой стою, слушаю музыку, а сразу вот этот рок начался, или как он называется. Ну ладно, погнали. Глеб, насколько непросто было пережить первый раунд? Потому что, казалось, был и нокдаун, вот, но стоячий. Но при этом просто шквал, град ударов, и казалось, несколько раз и нога по корпусу неплохо. Но, да, в целом, тяжелый первый раунд для тебя. Ну, мы рассчитывали, что мне там немножко придется потерпеть, но со мной Игорь Васильевич был, да, меня, знаете, сколько метелили, таких рук бывало, но... Да, не увидел один удар, и что-то из-за этого я потерялся. В целом, соперник жесткий, хороший, ну, не зря. Короче, мы оправдали, да, то, что от нас ждали. Соперник непростой, хоть и там говорили, он типа вне рейтинга. Но я знал, что человек выступал на высоком уровне, и, ну, он прошел трёпки. Я знал, что мне будет непросто, и поэтому настраивался на тяжелый бой. Вы обоюдно обменивались нокдаунами, но в целом понимал, что при таком первом раунде, что со второго раунда, хочешь не хочешь, но он начнет проседать. Просто все судьи единогласны, все пятеро ошибиться не могут. Второй, третий раунд отдали тебе. Второй раунд твой, третий уже явно. Твой, как бы знал, что все, бензин заканчивается? Прошла половина раунда, и мне стало чуть ясно, что он просел. Да, но при этом, как бы я видел, что пару раз я промахнулся, я понял, что они заготавливали, и было самому опасно вымахаться и стать
на его место. Поэтому я начал немножко уже... Третий раунд видели, что я перестроился, начал более в игровом стиле. Для него, я думаю, что это было немножко неожиданно. Поэтому у него картинка развалилась. Но в целом Глеб Хабибулин в игровом стиле – это для всех немножко неожиданно. Почему-то он все бороться не может начать. Это не знаю, то какая-то... Я думаю, что я кировица. Пусть так на нем будет, не знаю. Наверное, пару слов не могу у тебя не спросить про поддержку. Трибуна тебя поддерживала, как всегда, очень горячо. Что скажешь ребятам? В Северной трибуне отдельное спасибо перед самим турниром, там за пару дней. Русская община, да, вышли со мной на связь, и около 500 человек должно было прийти, да. Ну, не знаю, сколько пришло, но я им немножко подсобил пройти на арену. И русская трибуна тоже, ребята. Я не знаю, какое количество, но я им искренне благодарен. Я думаю, все зрители, да, рады, что трибуны забиты, и все не проходит в унылом стиле, а все горячо достаточно. Кто дальше? Я думаю, что в этом году можно взять перерывчик. Что дальше видишь для себя? Кого? Ну, если... Все-таки ты обещал папе пояс. Отцу обещал пояс. Ну, как... Могу предысторию рассказать. Да, первый бой прошел. Отец говорит: сынок, ты куда попал? Говорит, тут у него такие слова были. И следом он мне говорит: ну ничего, здесь пояс возьмешь. Как бы... Ну, я буду стараться идти к нему. Ну, если кто помнит, да, я 11 августа в прошлом году дебютировал. За год 4-й поединок. Я сейчас немножко посмотрю, по своему чувствую, так как я пропускал. Либо я возьму паузу, либо начну дальше в плотном графике выступать. А кто следующий? Ну, я хотел бы строиться. Я никогда вызова не кидал, но мне хотелось бы все-таки с ним еще раз встретиться. Вот. Это бонус? Я же еще клетки сказал, да, если не дадут, я, ну, буду рад. Не дадут, ничего еще успею заработать. Я не претендую, я претендую только на контракт. Остальное сами разберутся. Они старше и виднее. Ну, на этой прекрасной ноте еще раз я поздравляю. Спасибо. Простите, я глотнул воды. Давайте. Вот ты сказал, что пришлось хапнуть какой-то удар в первом раунде. А что у тебя в голове творилось в этот момент? Ого. Ну, вот так вот, да. Для меня всегда вспоминается... Я забыл. Башкир. Как его зовут? Возрастной бой. Венергалиев. У него есть бой такой, где он с колена пропускает. А, раз что-то внизу говорит, надо выбираться. Ну вот я такой, что я тут делаю? И собираться надо. Ну кого волнует, что я пропустил? Мои проблемы, мне их решать в жизни и в бою. Поэтому собрался. Глеб, а вот синяк это что это? Вот слева, рево, да. Это я в далеком 2013 году выступаю по любителям по кикбоксингу. Поймал ногу. И вот у меня со мной такой вот трофей. В бою как ни дискомфорта не доставляет, если попадает, например, кто-то? Ну, пусть попадут вначале. И в целом вот складывается ощущение, что ты должен в первом раунде чуть пропустить, чтобы ты завелся и забрал последующие раунды. Кажется? Натура такая, наверное. Уже как у русских. Запрягают долго, едут быстро, да? Ну, наверное, машины амплуа и мне передалось. Ну, как бы при всем моем желании, мне, конечно, хочется, да, раз-два, и руки протер, домой пошел. Ну, к сожалению, ну, судьба такая. Я самого не удивился, что соперник выстоял, потому что его сажал, все равно отбивался. Ну, я удивился, думал, ничего себе, я тоже плотно бью. Ну, не получилось его добивать, но видели же. Боялся и плюс вымахаться, и, ну, вязал неплохо, опытный парень. Вот, ну и... Его соперники, там, ну, не так много на меня хейта свалилось, да, много поддержки. Ну, многие знают меня, как бы, и нет у меня негатива ни к болельщикам его, ни к нему, так что все нормально. Глеб, а вот насколько ты можешь сказать, что вот пришлось играть по правилам оппонента, потому что он начал взвинчивать темп, и вот как-то, блин, ну, надо поддерживать все три раунда, чтобы он ничего не сбавляет. Или тактика на бой у тебя другая была? Не, у меня всегда, ну, дружище, погнали, что у меня вот так, ну, а как я должен бегать? Я могу перестраиваться, да, и мог и, при, ну, и принять игру. Ну, так получилось, я там, знаете, хапнул, мне некогда было думать, какие у нас там правила, надо было собираться. Вот. Как думаешь, будет этот бой претендовать на бой года? Бой года? Да. Ну, люди говорят, да. На самом деле,
нужно спасибо сказать Арену, Игорю Васильевичу, Роме, да. Они меня подготовили и готовили к тому, что мне не будет легко. Да, они опытные ребята, поэтому Арен со мной там чуть ли не с первых боев. Поэтому, ну, у меня сильный стан, да, они опытные, я, там, ну, нужно быть на моих тренировках, наверное, да, и по ним будет понимание, что я себя представляю, и, может, я в боях вообще не раскрываю, знаете, так получается, что, ну, не зальный чемпион, а, ну, так вот получается в боях. А о чем подсказывала команда после первого раунда, потому что в ходе первого раунда ни о чем не было слышно, я так понимаю. Я пытался, двигался, слышал, что он кричит, а что кричит, не слышу. Все нормально, братан. В своем стиле работы. Арен мне вот так вот сказал. Один в один. Я, ну ладно, все нормально, поехали дальше. Вот. Глеб, что ты сказал после окончания боя, потому что не очень было хорошо слышно, да. Потому что был шум, там, гул и скандирование. Ну, поблагодарил лигу, сказал про бонус, да, что мне было бы приятно там, решить свои какие-то вопросы. Поблагодарил отца, также попросил контракт у них, дочку, быстренько пробежался по, ну, слова поддержки выразил, и болельщикам, да. Да, трибун уже слышно. Вот. Ну, и еще плюс меня поторапливали, ну, не забывайте, что я дрался в прилимах, а мне там вообще люди микрофон не дают, то есть я еще, ну, счастливчик получился. Все, да, с победой.